Всем доброго времени суток. Сегодня 3 ноября 2014 года. Так, 18:57. Время. Вот. Хочу рассказать вам немножко об антенне РА6 АГВ. Вот, меня заинтересовала эта антенна, и, в общем-то, решил собрать такую вот маленькую антенну для экспериментов в УКВ, FM, ЧМ диапазоне, в вещательном. Вот, но получилось так, сложилось, что туда я немножечко не попал, а попал, значит, в диапазон от 18 МГц до 56 МГц она работает. Значит, ну, антенна сделана классически, так же, как все у автора. Единственное, что вместо кабеля использованы медные трубки. Значит, в медные трубки вставлена петля, которая выполнена из внутренней оболочки кабеля РК-50 со снятым экраном. Вот. Использовано два конденсатора. Значит, тут какие нашел. Значит, по 150 пикофарад оба. Вот такие вот дела. Значит, лучи имеют возможность удлиняться и укорачиваться. То есть вот такой вариант, либо вот такой вариант. Ну вот, в принципе, и все. Вот, антенна очень хорошо, значит, строится на этих частотах, как я сказал, от 18 до 56 МГц. Вот, ну и хоть она очень маленькая, но очень неплохо, по-моему, работает на 27 МГц. Сейчас я вам покажу, какие четкие резонансы она имеет. Так, частота 28550. Так, поставим режим АМ, чтобы сразу нам услышать даже по шуму, какие резонансы, как она их чувствует. Внеси камеру к динамику, чтобы было слышно. Так, интересное очень явление. Значит, если конденсатор, который настраивает внешнюю рамку, я ставлю в среднее положение, этим конденсатором я также могу подстроить на этот конденсатор. Могу вообще убрать эту емкость. И опять же, внутренним битком я могу подстроить антенну здесь. Самые лучшие результаты получаются, когда конденсатор имеет максимальную емкость, то есть 150 пикофарад. Очень хороший ТСВ получается. И очень четкий резонанс. Вот сейчас я вам хочу показать, как настраивается КСВ этой антенны. Мы оставим в АМ режиме. Так, выберем мощность. 5 ватт. 5 ватт. И нажмем тангенту. Так, сейчас показания
выбраны на обратку. Сейчас мы все это дело сделаем, чтобы... Так, нажимаю на тангенту. Вот КСВ максимально большой. Вот строю нижним конденсатором, тем конденсатором, который находится внутри рамки. Внутри рамки. Вот КСВ единичка. Чуть перекрутил, уже все. Вот КСВ единичка. Вот КСВ единичка. Добавляем мощность. Добавляем мощность. Уходим на 50 ватт. Нажимаем тангенту. КСВ практически остался в том же уровне. Можно немножечко подстроить. Вот 50 ватт. Так, сейчас я покажу, какая мощность уходит. Переходим в режим CW и кратковременно нажимаю. Вот здесь будет в середине шкалы 50 ватт. Так, секунду, я оставил на... Вот выходная мощность. Смотрим. 50 ватт. Полная мощность отдается. Вот такие вот варианты. Так, ну что мне еще рассказать вам? Сейчас попробуем провести QSO. Сейчас я позвоню своим товарищам. Так, повращаю ее, чтобы показать, как она устроена. Не лучше. Ну, к тангенте поближе, чтобы слышно было. Так. Сделай погромче. Так, мы сейчас в телеграфный режим уйдем. Так. Значит, сейчас найдем какую-нибудь станцию, и я посмотрю, как... Покажу, как влияет направленность. Ну, хотя бы вот на эту рыпелку. Смотри на эсвету. Вы видите, что один из сигналов полностью вырезается. Или появляется. Даже на фоне общей помехи. А оставь, ничего не делай. То есть пищит, звук не меняется, да? Да, да. Уровень такой же остается. Да, да, ну-ка, да. Поверни теперь. Все, вырезали. Да, писка нет. Снова писк появился. Угу. Так, ну сейчас я попробую связаться со своими товарищами. Отключи, наверное.
Так, да, включил. Так, вот я хочу вам показать, насколько она перекрывает по диапазону. Хотя она, в общем-то, не диапазонная антенна, но тем не менее. Сейчас мы выберем режим АМ, чтобы было понятно. Сделаю потише. И выберем режим обратки. Так, вот этот режим нижний. И нажимаю. И начинаю крутить валкодер грубо. Так. Передача 50 ватт. Кручу. Частота. Смотрите. Вот 1,2. Это значит вот такой разброс ее. И в другую сторону. Вот такой вот, вот такая полоса у нее рабочая, где можно нормально работать. Так, Ильясыч, ну вот смотри, радио 3, Павел Иван Николай. Так, вот одно положение антенны. Одно положение антенны. Первое, 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 первое. Так, заметил как там из метров, все посмотри, да? Я прям сразу перевожу во второе положение антенны. То есть ориентирую боком. То есть под 90 градусов ставлю антенну. Вот сейчас первый, раз, два, три, четыре, второе, второе, второе положение, второе, второе, второе положение. Так, и снова поворачиваю на 90 градусов. Так, вот снова первое, 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 первое положение. На приеме. А вы первый раз, Сергей Иванович, рассказали боком, но у меня прям там до 5 баллов показало. Я же послабленно от Эдди Халыча принимаю. Ну вот, а потом что-то ослабло. Вот это я что-то непонятно. А вот так вот, под 45 градусов. Так, ну вот смотри еще раз. Теперь три положения будет. Первое, первое, первое положение. Второе, второе, второе положение. Второе положение. И третье положение. Третье, третье положение. Вот как, посмотри повнимательнее. Это третье положение. И снова первое положение. Снова первое положение. Ага, понятно. То есть вот как сейчас работает самое лучшее положение на приеме? Нет, вот сейчас не самое так. лучшее положение. Ага. Было до этого, когда вы сказали третье, самое лучшее было на приеме. Так, ну вот сейчас посмотри, как вот сейчас, как на приеме. Вот да, вот сейчас, да. Вот сейчас соответствует третьему положению на приеме. Да, все понятно. Значит, очень узконаправленная она. Положение очень сильно влияет. Ну что ж, большое спасибо, Ильясыч, большое спасибо, крепкого тебе здоровья, вот, и всего самого хорошего. 73, спасибо, на приеме. Да, Сергей Иванович, на эти прежде пожелания тоже. Только подскажите, вы откуда сейчас работаете? Неужто откуда-то с рыбалки? Так, сейчас мы спросим. Так, Ильясыч, у меня к тебе будет один вопрос. На какой мощности ты сейчас работаешь, на приеме? Я больше чем 80 не даю, у меня не диапазонная антенна, инвертор на 80-40 и согласующее устройство на приеме. Так, все понятно. Ну а я на 5 ваттах работаю, на 5. Как ты вот это расцениваешь на приеме? Ну нормально, нормально. Но можно с 10 и получше, потому что мы проверялись с Владимиром Николаевичем, R3 Павел Иван Павел. Ну, он на СДР делал и 5 ватт, и 10, там мы было сделаем у меня 8-9 ватт. Я сейчас 25 сделаю. Ну, правда, чтобы сразу было видно разницу. В прямой видимости тоже играет большую роль. Ну, вот вас, Андрей Михайлович-то, хорошо понимает. Давай с ним 25 ватт тогда. Так, вот смотри сюда, сейчас я добавлю 25 ватт. 25 ватт, подожди секунду. Thank you.
Так, вот как ты меня сейчас принимаешь, подскажи, пожалуйста. Здесь радио 3, Павел Иван Николай на приеме. Ну вот, хорошо, 5-9 принимаю. 5-9, замечательно, Сергей Иванович, на приеме. 5-5, прошу. Ага, ну хорошо, ладненько. Все, большое спасибо тебе, Лесоч. Крепкого здоровья, все, значит, все понятно. Значит, у нас все работает. 73 пока. Да, Сергей Иванович, работает все. Вот здесь нормально, без затруднений. Ну, здоровья пока-пока. Я вот с Андреем Михайловичем поздороваюсь, с вашего разрешения. Так, ты пока не снимай, Андрей Михайлович, давно не слышал, и позывной ваш, пожалуйста. Так, секунду, брейк, Ильясыч, брейк. Это комнатная антенна, я хочу тебе повторить. Комнатная антенна на приеме. Ясно. У нас уже две комнатные. Это Михаил Андреевич применяет, и вы применяете. Вот. А три тоже комнатные, Сергей Иванович, на приеме. Ну, хорошо. Я телефон-то не сожгу там. Хорошо, Ильясыч. Всего доброго, крепкого здоровья. 73, пока. То есть без обманов, ребят. Ну как, да. Ну-ка, назовите, подожди. Ну и хорош, выключи. Р3, Павел Иван Радио.